Бобруйский горисполком и администрации района в субботу проведут прямые телефонные линии. На вопрос ответят специалисты, компетентные в темах строительства, ЖКХ, транспорта и коммуникаций, переработки вторсырья. Звонки будут принимать с 9 утра до полудня. В Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехникой, как оптовую, так и розничную. Мера предусмотрена постановлением Совмина. Как сообщается, в последнее время участники протестов использовали салюты при столкновении с силовиками. Сотрудники санстанции нашли в магазине на Горького вредное лакомство. Речь идет о подсолнечной халве Prince of Persia производства барнаульской фабрики. Согласно протоколам исследования, образцы товара не соответствуют целому ряду требований по содержанию кадмия. Изделия изъяли из продажи. Билеты нового образца появились в бобруйском общественном транспорте. Талоны сменили красный цвет шрифта на синий. Информацию отпечатали на белорусском языке. Дизайном предусмотрена и перфорированная полоса. Квитки отрываются аккуратно. В Беларуси заработал интернет. С утра доступ практически полностью восстановлен. В зависимости от провайдера и места расположения пользователей, некоторые ограничения могут сохраняться непродолжительное время. Мессенджеры и социальные сети открываются без сбоев.